Разработка национальной технологической инициативы комплексной программы по формированию принципиально новых рынков началась в 2014 году после послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин обозначил НТИ приоритетным проектом госполитики. В разработке региональной модели принимает участие и Ульяновская область, где для реализации инициативы действует принцип кластерного управления. Вопросы реализации национально-технологической инициативы в Ульяновске обсуждались на двухдневной стратегической сессии, которая прошла в наноцентре на прошлой неделе. Мероприятие провели представители НТИ из Москвы, сотрудники агентства стратегических инициатив, местные чиновники и бизнесмены. Среди поднятых вопросов значились три темы, от детальной проработки которых зависит дальнейшее развитие инициативы. Это подготовка кадров для новой экономики, вопросы ветроэнергетики и строительства ветропарка в Ульяновске. Есть уже целый комплекс мер, которые были обсуждены в рамках круглых столов, и мы надеемся, что по итогам обсуждения, буквально в ближайшее время, наши коллеги, наши партнеры помогут выразить все эти предложения, которые были сегодня выработаны, высказаны в конкретные нормативно-правовые акты, конкретные механизмы, конкретные шаги, которые уже найдут свое отражение в государственных программах. Еще одной темой для обсуждения стало создание в регионе большого технокампуса. Сейчас идет работа над созданием третьей очереди наноцентра, которая станет первой очередью крупного технокампуса. По словам экспертов, чтобы высокотехнологичный бизнес был привлечен на площадку технокампуса, нужен закон о региональной технологической инициативе. Его проектирование уже идет, а идеи, высказанные на сессии, войдут в его проект. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.